пожалуйста, ну, правда, не в вечернее время, а днем. Казбек, ну, не всегда бывает такая погода, когда видны просто почти что все вершины бокового хребта. И раз уж мы сейчас видим эту зону, я немножко расскажу вам о горах, о наших горах, об их уникальности. Вот, если говорить о горной зоне, то мы сейчас видим, смотрим на юг, влево, и горы тянутся друг за другом, как такие вот ступени, да, одна за другой. Ниже, низкая, выше, выше и выше. Вот пять хребтов описывают территорию Центрального Кавказа. Это лесистый, пастбищный, скалистый хребет, боковой и главный кавказский. Вот боковой хребет и главный кавказский хребет, они тянутся как цепочка ДНК. Вот для того, чтобы это все увидеть, вы можете посмотреть на фотографии, сделанные с вертолетов или с самолетов. То есть, когда сверху видно, как эти хребты заходят друг в друга, расходятся, снова заходят. Вот Казбек, я пока немножко отвлекусь, это то место, мы сюда еще заедем, в это ущелье, знаменитое Кармадонское ущелье, где в 2002 году произошла самая крупная глициологическая катастрофа. Здесь произошел обвал ледника Колка. Вот Казбек и зона Приказбечья – это все, что в снегу. Это называется частью бокового хребта. То есть это система бокового хребта. Вот рядом виднеется тоже такая шапочка, вершина Шаохох. Это все вершины четырехтысячники, ну и пятитысячник Казбек. Это такой очень симпатичный снеговой ледниковый горный узел, который, ну, близко к которому мы тоже довольно часто подъезжаем, но, к сожалению, вот наш с вами транспорт, он не для таких дорог, брутальных горных.